Михаил Мишустин оценил план развития парка «Маяк» в Магадане. Проект второй очереди строительства представила архитектор Людмила Терещенко. Я хочу сказать, что «Маяк» ваш не знаем. Его очень часто изображают на различных, в том числе, картинах символа Магадана. Замечательный проект, очень красиво. Вот, расскажите, пожалуйста, что еще вы планируете здесь делать и как можно быть вам полезным? Парковочную зону в два раза больше, чем существующая, и спортивный кластер. Комплекс площадок для различных слоев населения и различных интересов. Он будет включать в себя площадку стритбола, панофутбол и различные спортивные площадки с оборудованием, кроссфит, воркаут и так далее. Что самое важное, наверное, в городе этого нету, хочется площадку с оборудованием для занятия спортом. Это альбом. Для занятия спортом маломобильного населения. Проект, а предложение по расширению здесь есть? Да. Посмотрите. Вот. Вот она, да. Вот наш существующий план. Да, план. У нас, к сожалению, все пока в проекте, поэтому нет возможности вот таких качественных. Можно я разберу, да? Конечно, это вам. И мы, конечно, рассчитываем на вашу помощь, на поддержку в развитии парка и в целом нашей набережной, потому что территория очень важная. Историческая, люди любят ее, но, к сожалению, так сложилось, что развитие города пошло дальше, а набережная вот осталась... Однозначно. Да. Не просто поддержим, будем просить об этом и нашего министра развития Дальнего Востока, чтобы посмотреть, что у нас есть из ресурсов. Уверен, что мы найдем средства на стоянку точно абсолютно, да, парковку соответствующую. И как раз на... Это не самые большие деньги, но на территориальное развитие этого комплекса обязательно нужно найти средства. Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин в рамках поездки на Дальний Восток 17 августа прибыл в Магадан. Здесь премьер провел несколько часов. Посетил рыбный терминал морского торгового порта, осмотрел несколько отделений онкологического диспансера, встретился с главой региона Сергеем Носовым. На руднике Ольчановой вспышка коронавируса. Об этом губернатору Магаданской области Сергею Носову доложили на оперативном штабе по распространению COVID-19. По словам специалистов, все меры для профилактики заражения были соблюдены. Контактных изолировали и организовали питание работников вне столовой. Однако инфекция распространилась в коллективе дальше. Теперь работники рудника должны оставаться на двухнедельной изоляции. В результате ваших действий, что у вас болеет, все в общежитии есть заболевшие, значит, есть контактные. И значит, вы по одному дальше, через каждый тест, вы парализовали работу, насколько я понимаю, рудника. И если рудник дальше будет добывать полезные ископаемые, это значит, что он будет не выполнять предписание Роспотребнадзора. Сергей Носов подписал постановление о продлении ограничительных мер на Колыме до 31 августа. Тем не менее, образовательные организации продолжают готовиться к новому учебному году. Школы продолжают закупать бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха. Также для учеников сделают перемены в разное время. С учетом эпидобстановки и для снижения рисков заболеваемости мы приняли решение о том, что мы будем руководствоваться общими рекомендациями для общеобразовательных организаций. Также на оперштабе обсудили вакцинацию населения. Специалисты из Роспотребнадзора и Минздрава считают, что привить нужно не менее 60% колымчан. Особенно это важно для людей из группы риска – медиков, учителей и пожилых людей. По плану начать иммунизацию хотят с первых чисел сентября и завершить к середине октября. В Магадане наградили волонтеров за оказание помощи населению в период эпидемии коронавирусной инфекции. Партия «Единая Россия» развернула волонтерские центры во всех регионах страны. Развитие движения активно поддерживает секретарь регионального отделения «Единая Россия» губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он поблагодарил тех, кто в период пандемии коронавирусной инфекции участвовал во всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Именно волонтерское движение – движение добровольцев, которые помогают сегодня людям, попавшим в сложную ситуацию, помогают и нам здесь, на местах, решать эти проблемы. Вот ваш вклад, он мне трудно его переоценить. Спасибо вам за то, что вы делаете. К
сожалению, не всех волонтеров в этот день наградили. Ведь добровольцы помогают нуждающимся и сейчас. Но им обязательно скажут спасибо. Работа сейчас не останавливается, продолжается. Эпидемия еще не преодолена. И сотни и тысячи людей, которые обращались к волонтерам за помощью по доставке продуктов, доставке медикаментов или связывании с медицинскими организациями, получили эту помощь и продолжают ее получать в данный момент. Добровольцы из волонтерских центров начали благотворительную деятельность 24 марта 2020 года. Почти 60 активистов ежедневно работали по обращениям граждан. Они помогали врачам, разносили продукты и медикаменты пожилым пенсионерам и просто нуждающимся. Адресную помощь в Магадане и городских округах получили более 800 человек. Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется. Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг. Он доступен тем, кто зарегистрировался. Чтобы оперативно получить уведомление об оформлении СНИЛС по электронной почте или СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете. За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам на портале Госуслуг доставлена информация о СНИЛС 5300 детей. Поскольку Пенсионный фонд сейчас располагает информацией о факте рождения ребенка через федеральную базу данных, которая регистрирует акты гражданского состояния и располагает данными о маме, о ребенке, то, собственно говоря, сегодня ничего не мешает в таком же проактивном режиме ровно так же сегодня устанавливать. Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут предоставить только сами усыновители. В среду 19 августа по 5 магаданским адресам отключат холодную воду. Ее не будет 4 часа с 9.30 до 13.30. В это время городское предприятие «Водоканал» проведет ремонтные работы. Холодной воды в кране не будет у жителей по следующим адресам: Колымское шоссе 4, Колымское шоссе 4, корпус 1, Колымское шоссе 4, корпус 3, Колымское шоссе 5, транспортная 1. Во вторник, 18 августа, в 9 часов утра в микрорайоне на 13 километре отключат горячую воду. 10 дней Магадан Теплосеть будет проводить работы по подготовке оборудования 43-й котельной. Ранцы, пеналы и канцелярия. В Магадане начал свою работу школьный базар. Ежегодную ярмарку открыли на аллее «Магаданское время». Традиционно здесь можно купить товары к новому школьному году. По словам продавцов ярмарки, уникальный в этом году товар – рабочие тетради по школьным предметам и рюкзаки. Рабочие тетради востребованы очень, потому что, возможно, нигде они не могут найти в городе и могут приобрести у нас рюкзаки и ранцы. Возможно, есть только у нас, потому что в большинстве палаток только канцелярия. Из-за пандемии в этом году предприниматели закупили товаров меньше, чем в прошлом, потому что не были уверены, начнется ли учеба очно. Школьный базар работает с 10 утра до 7 вечера ежедневно. Закроют ярмарку к концу сентября. Специалисты просят покупателей соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски для профилактики коронавирусной инфекции. Добрый день! 13 сентября в Магадане состоятся выборы в Магаданскую городскую думу. Участвуют 106 кандидатов. В городской избирательной комиссии состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени и печатной площади, благодаря которым каждый из кандидатов может рассказать особенности своей программы. Сегодня мы поговорим с кандидатом избирательного округа номер 20 Александром Михайловичем Фоминым. Александр Михайлович, расскажите, пожалуйста, об особенностях своей программы. Первоначально создание рабочих мест, как говорила, повторюсь, улучшение здравоохранения. Сейчас вот у меня на поселке задают, вторая поликлиника не работает. Народ не знает, куда обращаться. Также вот на 12-13 Букча нет магазина. Народ сейчас вынужден ездить в город. Но не все могут ездить в город. Есть пенсионеры, что не могут каждый раз за тем же хлебом съездить. С мэром этот вопрос обсуждали, но что-то так у нас и не решился вопрос. Сейчас будем додумать, как это все это решить. Ну, также улучшение и в структуре поселков.
много проблем по ЖКХ. Также на 20 километре там вот этот вот проблемный дом, надо будет с ним решать все. Товарищи избиратели, ждем на участках, голосуйте за нашу партию, по партию народа. Хотелось, конечно, поговорить и с другими партиями, осудить вопросы, но как такового дебатов у нас вот не получилось. Я напоминаю, что в выборах участвуют 106 кандидатов. Сами выборы в Магаданскую городскую думу состоятся 13 сентября. До свидания. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии и привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на Берзина 12. Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Поехали. Раз, два, три. Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три. Теперь слышите? Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Расцветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карла Маркса, 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций, распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще массы интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Магазин «Контрактные автозапчасти» реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видеотест работы двигателя, проведенный японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате – скидки. Ждем вас по адресу улица Кожзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8 914 850 40 50. Во вторник, 18 августа, в Магадане ливневый дождь, туман, тихий ветер. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов по Цельсию, днем 13-14 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Влажность в течение суток будет достигать 94%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63 66 92.